Каждый день Генштаб сообщает нам о потерях оккупационных войск в Украине. Личный состав, военная техника. Сколько потерял противник? Давайте посмотрим свежие данные прямо сейчас. Внимание на экран. Итак, 29 июля сегодня, 2023 год, 521 день полномасштабного вторжения Российской Федерации. Личный состав. Россия потеряла на территории Украины в количестве 245 220 человек. Далее в списке. 698 единиц реактивных систем залпового огня, а также 4786 единиц артиллерийских систем. Далее догорают вертолеты в количестве 311 единиц, самолетов было сбито 315, беспилотных летательных аппаратов больше 4000, крылатые ракеты 1347 было уничтожено в украинском небе. Эффект линзы ощутили на себе за это время. 458 единиц средств ПВО, 710 единиц специальной техники и 7247 единиц автомобильной техники противника. Следующий показатель боевых потерь в боевых бронированных машинах. 8167 единиц было уничтожено у оккупантов и танков 4191 также не могут свои выполнять боевые задачи. Статистика будет неполная без данных относительно отрицательного всплытия. Его совершили 18 кораблей и катеров российских оккупационных войск. Борьба тем временем продолжается.